Привет, друзья! С вами Сергей Любавин. Мы находимся в станице Саратовской. Это средоточие веников. Здесь любителям бани, всем любителям бани в Москве, в Санкт-Петербурге. Здесь находятся самые лучшие веники, которые только могут быть на этом свете. Здесь их профессионально заготавливают и продают вот в этом маленьком, очень компактном месте. Начнем с эвкалипта. Эвкалипт представлен в двух видах. Это серебристый, это уже нового урожая. И обычный, серебристый, он дает просто больший аромат, больший запах. Запариваете в горячей воде, поддаете на каменку, просто сумасшедший аромат. Также дуб. Дуб представлен несколько видов. Дуб это такой, это уже свежего урожая, да? Это как дуб называется? Канадский дуб. Канадский дуб. Канадский дуб, но я не знаю, может быть в Канаде им хорошо париться. Мне, честно, нравится дуб обычный. Это вот наш дуб, который произрастает от юга нашей страны, от Джубги и до Московской области. Он тоже растет. Замечательные веники. Недорогие относительно Москвы и Санкт-Петербурга. Дальше здесь представлена береза. Ну, береза, естественно, наверное, лучше ее брать у нас в средней полосе, потому что тут береза... А? Да, привозная она, даже вот мне продавец подсказывает, привозная береза, но дуб сами можете оценить, сумасшедший дуб, вот, и вы паритесь вот этим замечательным веником, потом берите обязательно, помимо дубового веника, веник липовый, потому что, как утверждают все продавцы на юге, очень помогает для мужского здоровья, именно мужчины чувствуют необычный прилив сил после того, как они попарятся липовым веником. И, естественно, обязательно после бани я вам рекомендую настоящий горный южный мед. Это каштан, это липа, это подсолнечник, все что угодно. Даже представлены вот такие виды меда с орехами. Это так называемая местная виагра. Мужчины сметают его просто с полок и очень довольны остаются. Ну, виагра, все знают, что это такое. Пыльца, продукты, пасеки, варенье. Как варенье? Это же получается шишка сосновая. Вы когда-нибудь ели варенье из сосновой шишки? Это такой сумасшедший аромат и все, что с этим связано, с чаем, с настоящим черным чаем, с зеленым, кто что любит. Но сделаем небольшую рекламу. Огромный урожай яблок в этом году. Я сам везу в машине 4 ведра. Пожалуйста, любые сорта, все сладкие, очень сочные, вкусные. И пчелы, которые добывали этот мед, они тут же берут отсюда нектар, несут его на пасеку, а с пасеки опять оно возвращается сюда, на эту точку. Поэтому, друзья, не буду многословен в нашем репортаже. Все в баню, все отдыхать вместе со мной. С вами Сергей Любавин. Спасибо, до встречи.